Вітаю всіх глядачів телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Ви дивитесь програму «Насправді онлайн». Вперше за багато років зменшилась кількість олігархів. Мінус Медведчук. Так прокоментував справу Медведчука наш президент Володимир Зеленський. Його мотивація і його реакція більш-менш очевидна. Втім, як і очевидна реакція прихильників заарештованого наразі Медведчука. Власне, один з таких прихильників сьогодні є гостем нашої програми, Андрій Лесик, голова Харківської міської організації політичної партії ОПЗЖ. Пане Андрію, доброго дня. Здравствуйте, Володимир, здравствуйте, зрителі. Ви достатньо активно коментуєте події, пов'язані з справою, ну, насамперед, процесуальною стороною, процесуальним боком справи Медведчука. Зараз у нас є певні новини з Росії. Є відомості про те, що в реєстрі юридичних осіб Російської Федерації з'явився запис про ліквідацію підприємства, того самого підприємства «Нові проекти», компанії, яка нібито афілійована з Віктором Медведчуком і стосовно якої в тому числі вручали підозру Медведчуку. Як ви прокоментуєте ці дії і цю ситуацію? Ну, дело в том, что если бы люди, которые нас сейчас смотрят, смотрели от начала до конца, весь процесс, ну, как заседание по избранию меры пресечения проходило Виктору Владимировичу, то получили бы массу позитивных эмоций, и просто, которые поняли бы, что все, что инкриминирует Виктору Владимировичу, это никак иначе, как абсурд, бред, фарс назвать нельзя. У меня даже такое впечатление складывалось, что кто-то, офис генерального прокурора, ну и в целом вот этих молодых ребят, которые пришли и высказывали свое мнение, что они там инкриминируют. Ключевой посыл, что инкриминировали Виктора Владимировича, и он с этим согласился, что он не согласен с тем курсом развития государства, которым оно сейчас идет. Виктор Владимирович сказал прямо в судебном заседании, что я готов прямо письменно подписаться под этим высказыванием. Дело в том, что действительно курс направления ЕС и НАТО, он, скажем так, показал, что не то, что не оправдывают себя, а изначально было понятно, что нас там никто не ждет, и для экономики это крайне плачевно. Мы живем в такое непростое время, что действительно каждый защищает исключительно свои интересы. Здесь есть ситуативные какие-то сотрудничества, ситуативные сотрудники какие-то или партнеры. Так вот, в данном случае все, что сейчас мы видим, происходит, это фарс и агония режима Зеленского. Это уже конец. В ближайшее время мы станем свидетелями тому, что будут назначены досрочные парламентские выборы и досрочные президентские выборы. Расчет стороны обвинения был на что? Что первое, кто-то подсказал офису президента, генеральному прокурору, начальнику СБУ, что Медведчук должен куда-то убежать или исчезнуть. Но они, наверное, плохо знают Виктора Владимировича, и они очень удивились, когда 12 мая после обеда Медведчук со своими коллегами, народными депутатами, явился в офис генерального прокурора. И я видел то замешательство и непонимание, что делать. Ведь дело в том, что план основной был, чтобы, наверное, судить Медведчука заочно, не предоставляя никаких доказательств и ровным счетом ничего. Поэтому все то, что мы видели в суде, когда судья задавал вопросы, то ни на один вопрос нельзя было услышать ответа внятного. Кроме смеха и иллюзии, и чувства сожаления за правоохранительную систему ничего нельзя было сказать. А на ваш вопрос по поводу там предприятия ликвидировано, ну, мне абсолютно неинтересно, я не знаю, было ли оно зарегистрировано и какое отношение оно имеет в данном случае к этой ситуации. Если бы действительно там велась какая-то добыча и были какие-то убытки, но ничего не велось, никаких добыч, никаких убытков. Почему? Именно акцентируем на этом внимание. Потому что судья задал вопрос прокурорам. Так какие убытки там были нанесены? Не можно установить, ну, пока есть никаких. А так, а что вы такую большую сумму залога просите? Ну, мы знаем там, что он богатый человек. Так вы же знаете, что все активы арестованы. Ну, может, кто-то поможет. То есть, ну, слушать это было просто стыдно за правоохранительную систему. Поэтому все, что мы сейчас увидим в дальнейшем, это будет, знаете, чем больше они будут нагнетать ситуацию, тем больше Медведчук будет набирать высоту и набирать вес. И сейчас мы можем говорить о том, что в это время рождается новый президент Украины, Виктор Медведчук. Ведь даже те люди, которые его не поддерживали, видя этот фарс и это безумие, которое происходило во время брифинга Баканова и Венедиктова, во время судебного заседания, когда ни одного доказательства предоставлено не было, когда 90% всех документов — это распечатки из интернета.
Все основано на предположениях и каких-то домыслах. Все это не может ложиться в основу обвинения. Конечно, цель была конечная какая? Чтобы Медведчук убежал. Но он никуда не убежал, поэтому судья вынес решение, ну, отдал там на 2 месяца, по сути говоря, под круглосуточный домашний арест. Я в свое время сидел 9 месяцев в круглосуточном домашнем аресте по статье избиение группы работников СБУ. Досудебное заседание до сих пор идет. Он в среду будет очередной банкет за счет СБУ и прокуратуры. Приглашаю всех желающих 15:30 в Дзержинском суде. И дело закончится ничем. Так же самое, как и у Виктора Владимировича Медведчука. Все то, что ему инкриминируют, это, знаете, как похоже на фарс и на блеф. От давайте про це, тому що заяви фарс, там маячня і так далі, це політичні заяви. Я розумію вашу логіку, в принципі, чому ви це кажете, які заяви про те, що народжується новий президент, достатньо сумнівні. Давайте стосовно справи, тому що насправді ситуація трохи відрізняється від тої, якою змальовуєте ви. Основний закид не інкримінація того, що не подобається якийсь зовнішньополітичний курс. Там 3 пункти звинувачення. Перший з них – це ситуація, власне, з тією компанією, яка працює на українському шельфі в окупованому Криму. Так, ну, має працювати, і її зараз ліквідовують. Другий пункт звинувачень – це те, що Медведчук нібито передавав якимсь неустановленим особам відомості про секретно військових громадянам з країни-агресора, так, дійсно так, ви абсолютно маєте рацію, передавав відомості про якусь військову частину. Ну і третій пункт – це сприяння створення там певної організації «Промінь», яка теж нібито має впливати на вербовку потенційних громадян України, на вплив на політичний курс, і навіть там звучали обвинувачення в можливості фальсифікації, подальшої фальсифікації виборів. От давайте про це. Ви кажете, що 90%, 90% сфальсифіковано. Більше. Кажете, ви що це маячня? Ви бачили цю справу? Ви бачили всі матеріали цієї справи? Я могу вам одно сказать, что адвокаты, которые делали свои заявления во время судебного заседания, с их слов, они ознакомились со всеми материалами дела. То, что инкриминируется, Виктор Владимирович, одна из статей – это государственная измена, статья 111. Так. Это изначально статья мертвая. По этой статье за последние 60-70 лет на всем постсоветском пространстве можно на пальцах одной руки посчитать количество приговоров. В основном это та ситуация, когда человек сам признает вину и получает условный срок. По этой статье доказать вину практически невозможно. Если человек сам не скажет, да, я там такой-то, такой-то, делал то-то, то-то, прошу меня наказать по всей строгости и дать условный срок. Но этого же не будет, мы же понимаем. Статья 111, она инкриминируется всем политически неудобным соперникам, начиная с времен Порошенко. А такие статьи, как 109, 110, 111, вот у меня статья 110, это что там, сепаратизм. Так вот, ничего мне не придумали, чем менять мне пост в Фейсбуке, репост, гиперссылки, которые нет. Который, в принципе, и посмотреть, проверить нельзя. И другой момент, что за репост гиперссылки не судят. Так это тоже статья 110. Но вот почему, если вина, ну я виноват, так давайте вперед. Но почему дело слушается 5 лет? Сегодня, кстати, 17 мая. Ровно 5 лет назад, 17 мая, в 12 часов дня, меня лишали депутатского мандата. За ношение георгиевской ленты, дабы целью убрать там с депутатского корпуса, повод придумали. Ну, я же восстановился в полномочиях. Еще решение... А это была уже заборонена на той момент символика, на той момент она не была заборонена, георгиевская лента. А я могу объяснить, почему заборонена и так далее. Потому что с нашего государства строят не Украину независимую, а антироссию. В России это является символом победы, поэтому давайте забороним ее и так далее. Поэтому логика очевидная, что при Зеленском мы можем считать, что он не состоялся как президент, он не стал президентом мира, он самое большое разочарование за последние 2,5 года в целом, не то что в политике, а в целом. Люди устали от всех событий, которые происходят в нашей стране. Вы прекрасно понимаете, что Луганск, Донецк – это Украина, что Российская Федерация делала свои какие-то высказывания высшее руководство, что если есть вопросы по урегулированию конфликта на Донбассе, то, пожалуйста, Киев, общайтесь напрямую с Луганском, Донецком. Давайте сразу про Крим ще згадаємо. Ви цієї теми абсолютно завжди уникаєте. Крим. Що значить уникаєте? Я можу вам одну сказати. Ну, ви що? ніколи не сказали, не визнали очевидну істину, що Крим є окупованою територією, що окупований він саме Росією, що він анексована територія. Ви не хочете, щоб потім вам нові запроси СБУ робила? А мені немає чого робити, я ж нічого такого не кажу, антидержав. Ви не визнаєте? В 2015 году было первый раз открыто уголовное дело по статье 110. Оно до сих пор валяется, думают, что мы забыли, его ж не закрыли. Просто за пост в Фейсбуке забыли внести данные в ЕРДР. Так вот, на канале Симон я тогда, по-моему, был
с вашим коллегой Борщом в эфире, да, и там меня спрашивали, а что вы имеете в виду, что договариваться хоть с чертом? Я говорю, да с кем угодно, только чтобы не гибли люди. Так это вы можете сказать, там, я тогда еще раз в эфире еще раз вам скажу, что для меня русский и российский народ всегда были и будут братскими народами. Точка. И что бы там ни происходило, ведь дело в том, что нашу территорию нашей страны использовали как инструмент для выяснения отношений руками украинцев до последнего украинца. Но мы этого не хотим. Мы хотим мира в нашем государстве, чтобы в нашей стране работала промышленность, чтобы Харьковский авиационный завод работал и многие другие предприятия. Рынки сбыта ж потеряны, традиционные рынки сбыта. А это страна, я, власне, вас про кордони того самого, той самой держави и питаю. От Крим, як на мою думку, є Україною абсолютно за всіма нормами закону. Конечно, по украинскому законодательству это Украина, мы же не спорим. Я в Крым ездил и буду ездить. Другой момент, что вот пандемия, вот в прошлом году не ездил. А так найду возможность, обязательно поеду. Я даже с вот этим всем набором уголовных дел ездил в Крым отдыхать, прекрасно провел время, вернулся, никаких проблем нет. И хоть бы кривое слово кто-то там сказал, там же живут такие же люди, как мы с вами. Просто, знаете, как недавно был праздник 9 мая, День Победы. Я очень рад, что в этом году в Харькове состоялся шествие бессмертного полка под красными знаменами. Состоялся автопробег. Украина уже другая. Чтобы вы прекрасно понимали, что режим Зеленского уже никому не интересен. В том числе и Соединенным Штатам. Они на него ставку уже даже не делают. Они его сейчас в темную, походу, будут использовать для того, чтобы он еще больше дискредитировал все то, ради чего он, по сути говоря, приходил. А ради чего он приходил? Вы спросите у него. Ради чего Зеленский становился президентом? Он не сможет ответить на этот вопрос. Я не знаю, чомусь впевненість, що він не зможе. Я не спілкуюся з Зеленським. Ви чомусь вирішуєте за те, що він може, що ні, які його були цілі і так далі. Я читаю його пости, зокрема, про пана Медведчука. Я розумію його політику, я розумію те, що він бере курс, принаймні він заявляє про те, що бере курс на деолігархізацію. І Медведчук мінус один олігарх. Так, це його цитата. Ну, конечно, мы не будем фамилии конкретные говорить, но все прекрасно понимают реально, чем занимается. Вот все вот это заседание РНБО, ведь оно показало, что мы живем уже не в правовом государстве. Ну, как так можно без суда и следствия закрывать три ведущих информационных телеканала, ЗИК, Ньюзван, 112? Если там было финансирование терроризма, то где эти доказательства? Я могу одно сказать, что последнее заседание РНБО, ну, многие люди перед тем, как вручать подозрения Виктору Медведчуку, ожидали, что там будут какие-то факты, доказательства. Но в который раз они перечислили какие-то список фамилий, которые вообще ничего с правовым статусом государства не имеют. Как можно закрывать три ведущих информационных телевизионных канала, как ЗИК, Ньюзван и 112, без суда и следствия? Как можно вводить санкции в отношении граждан Украины, в отношении народных депутатов? Как? Поэтому мы не удивляемся, что по такому пути пошел Зеленский, когда там подозрения, они даже подозрения вручить нормально не могли. И насколько мне известно, прокуроры пришли и зачитывали это подозрение забору и стенам. Стенам дома Виктора Медведчука. И на момент, когда рассматривали избрание меры пресечения, Медведчуку даже педофилу не смогли вручить. Но другой момент, что у них был план, что Медведчук убежит. Поэтому все, что сейчас мы видим, это уже неконтролируемый процесс со стороны власти. А звідки ви знаете про те, что у них был план? У меня такие простые відчуття, что вы інколи знаете больше, ніж ми. Владимир, я знаю. Так. И имею право об этом говорить. Что бы ни происходило, но мы просто все понимаем, что мы с правового статуса в правовом поле уже не можем существовать. В том виде, что навязал Зеленский, с законности уже ничего общего нет. И за все эти преступления нужно будет нести ответственность. Если есть вина человека, доказательства, докажите его вину через суд. Точка. Но нельзя просто решением РНБО закрывать телеканалы, закрывать предприятия, вводить санкции. Ведь это все скатывает государство к какому-то, знаете, средневековью. Ведь на самом деле все, не закрили, наскільки я розумію, з юридичної точки зору, це блокування активів. Це не закриття і не ліквідація підприємств. І якщо ви згадаєте подальшу історію, одразу після, є РНБО, я так розумію, у них все ж таки є певні повноваження, є свої юристи, це питання скоріше до... Вони просто підписують сліпу любой бред, просто за це все нужно будет отвечать, рано или поздно. Если есть информация, что там люди совершают какое-то преступление, подавайте документы в суд, через суд пускай следственные органы разбираются, и суд выносит решение. Ну просто так взять, сказать, там 500 человек, там такие-сякие, а потом из этого 500 остается 100, потому что 400 смогли договориться. Ну это, знаете, как уже похоже на какой-то выборочный процесс. Это все к хорошему не приведет. Я хочу жить в правовом государстве, в котором уважается закон, в котором закон превыше всего. То, что судья не посадил
Медведчука в СИЗО и не назначил этот сумасшедший залог. Ну, знаете, как он вынес какое-то такое среднее решение, круглосуточный домашний арест. Но и то это все беспочвенно и необоснованно. Другой момент, что 40 народных депутатов хотели взять Медведчука на поруки. И меня это радовало, что один за всех и все за одного. Даже не сторонники ОПЗЖ и не сторонники Виктора Владимировича понимают, что мы скатились к средневековью. Медведчук только заслуживает уважения, что он не струсил и не сбежал. Та, яке середньовіч? Слухайте, ви вимагаєте від влади, щоб вона діяла за законом. Коли влада йде за процедурою, викликає підозрюваного у скоєнні достатньо важкого злочину, це 111 стаття, державна зрада і так далі, він з'являється як громадянин, я не знаю, які там у нього були мотиви, він з'являється, окей, починається процес, і ви це називаєте розправою. В чому розправа тоді? В чому середньовіччя? Тому що все це йде за процесуальним кодексом, ну слухайте. Ну. Прокурори в засіданні, що не встановлене время, не встановленими людьми, не встановлений час там и так далее. Встречался Виктор Владимирович, подождите, если вы не установили людей, то почему вы говорите, что это были граждане Российской Федерации? Это сам судья спрашивал. Там все не установлено. Вот просто все основано на предположениях. Но это не может быть основанием для того, чтобы вообще поднимать этот вопрос. Ведь который раз прокуратура показала, что она стала инструментом в борьбе со сведением счетов с политическими оппонентами. Закрытие телеканалов свидетельство о том, что на повестке дня Зеленскому предложить нечего. Он и рад бы конкурировать достойно, но не может. Не может, потому что все, что он делал в ущерб гражданам Украины. Ведь для всех очевидно, что было бы здорово, если бы в харьковском заводе «Биолик» в Харькове у нас здесь, где мы с вами живем, было производство вакцины налажено «Спутник Ви». Это было бы здорово. Почему весь мир может, а мы отказываемся, когда благодаря договоренности Медведчука, что он использует коммуникацию, непосредственно общение с президентом Российской Федерации, что это плохо. Да всем стало ясно. Ну, я думаю, що це погано, чесно кажучи. Я як громадянин України, проти якої ведеться агресивна війна, і мені здається, що це не зовсім абсолютно гідна поведінка для українського політика, що він напряму спілкується з Путіним стосовно якихось питань, яких його українська сторона не уповноважила. Наскільки мені... Я розумію, це моя так позиція. Пан Медведчук не є міністром закордонних справ, і зовнішня політика зовсім не його сфера діяльності, наскільки я пам'ятаю законодавство. Цим опік Це президент України. Просто вернулись, даже без обмена. З якого полону вони вернулися? Хочу вас спитати, з якого полону вони вернулися? З чого? Ну, з чого полону? Люди, які знаходились в тюрмах на неподконтрольній території України, возвращались сюди безвозмездно. Я сам участвував в цій процедурі. 30 июня 19-го года. Мужчину забирав, фамилию, не помню имени сейчас. Общался с его двумя дочерьми. До этого жители Львова, Луцка, все эти люди спрашивали, ребят, как там было, что было, вы там видели русские войска? А это Андрей, ну всем очевидно, что сейчас в нашей стране идет братоубийственная война. Там такие же можно люди, как мы, цих живем. Людей дати нам контакти, будь ласка, щоб ми їх розпитали, тому що в вашому переказі, чесно кажучи, ну, є певні сумніви. Я вам можу надати так само свідчення того, що там перебувають війська Російської Федерації, військові. Нас уважали. Ведь для всех не секрет, все то, что сейчас происходит, это чуждо нашей стране. Мы славяне, мы должны общаться, но не истреблять друг друга. А ради чего? Зачем? Нам делить нечего. Ведь мы декларируем, хотим, чтобы Луганск-Донецк вернулся в Украину. Это Украина. И Крым. Я прямую речь считаю, что так было и будет. По-другому быть не может. Нам без них очень тяжело. И наоборот. И Крым вы забываете. Весь час забываете Крым. Крым ездил и буду ездить. Повернулися. Никаких проблем не вижу. Ну, при чому тут їздити? Їздити в український Крим чи в російський? Як різниця? Ми з вами говоримо. Я живу в Україні, і я підчиняюсь законам України. Точка. Ми ж з вами ще раз хочете спросити, чий Крим? Звісно, Крим український, тому що по закону так сказано. І точка. А по факту ви ж все прекрасно розумієте. Окей, по делу, давайте. По делу Віктора Володимировича. Все те, що ми зараз бачимо, це факт. Беспомощности, непонимания, каким образом дальше развивать Украину, коль Зеленский пошел на эти шаги, это говорит о том, что у него аргументов уже на повестке дня нету. Мы сейчас видим, когда там массово министры увольняются, какие-то кадровые перестановки. На самом деле мы стоим на пороге досрочных парламентских выборов, я это повторяю второй раз, и накануне досрочных президентских выборов. Со стороны правоохранительной системы, людей, которые там работают, они прекрасно понимают, что вот это все фарс, который происходил во время судебного заседания, говорит о том, что нету аргументов у Зеленского.
и на Медведчука у них ничего нет. Раз они этот бред послушать, что там они рассказывали во время судебного заседания. Ведь судья не просто так спросил, у вас доказательства есть? А прокурор говорит, вы знаете, это следство, тайна следствия. Говорит, так есть же процедура передачи документов в суде. Почему это сделать нельзя? Но нельзя так дискредитировать органы прокуратуры. Сейчас, что бы ни происходило, мы должны понимать, что всегда, когда есть у человека цель, рано или поздно он ее добивается. У Медведчука благородная цель. Он проукраинский политик. Политик, который имеет стержень, имеет характер, имеет мужество защищать граждан Украины. В той ситуации, в которую мы попали, когда со всех сторон Россия-агрессор там туда-сюда промывают мозги с утра до ночи, с кровью детей воспитывают, ну, смалку имеется в виду, ненависти какой-то нет. Мы славяне. Что, она не агрессор, чи що? История. Так у нас славяне с общей историей отгрызли Крым, например. Ну і що тепер? Ну, нас, що, значить, у нас є, є військо... Крима, ну, це це називається юридичною мовою анексія. Окей, це ви спілкуєтеся російською, я спілкуюся українською. Давайте трохи знизимо градус. Зрозуміла ваша позиція. Єдине, що хотілося б запитати ось про що. Наскільки я пам'ятаю традиційну практику озвучення певних тез місцевими партійними осередками, такі тези мав би озвучувати не голова Харківської міської організації, а голова Харківської обласної організації. У вас її, здається, очолює пан Ігор Райнін, який свого часу був головою президента та головою обласної організації партії «Солідарність» у Харківщині. Чому не він озвучує? Чому він не озвучує разом з вами, принаймні? Яка у вас цього ситуація? Не буду відповідати за чоловіка, з якого рядом возле мене немає. Якщо у вас є до нього питання, зв'яжіть з ним, задайте йому питання. Я ніколи не дивився, хто там. У мене що... питання до вас стосовно якоїсь певної субординації і традиції. Я роблю заявлення від себе і від своєї політичної сили в місті Харкові. Я думаю, що з моєї позиції солідарен, в тому числі і Ігор, которую вы сейчас упомянули. Что бы там ни происходило, у меня есть позиция, и я ее не меняю. Последовательная позиция, что русские и украинцы — это два братских народа. Нам нужно налаживать отношения. Конфликт на Донбассе можно решить только исключительно выполняя Минские соглашения. Нам не нужны никакие посредники. Мы должны общаться напрямую. Киев с Донецком и Луганском. Если есть вопросы по урегулированию двухсторонних отношений между Украиной и Россией, Путин сказал, я приглашаю Зеленского в Москву, приезжай, обсудим. Но мы видим, что он делает. То он стрелку встречу назначает где-то там у Папы Римского, еще где-то в Ватикане. Ну, извините, они об этом даже ничего не знают. Наш президент ведет себя так, что, извините, он не вызывает уже доверия в целом в мире. Ну и у граждан Украины так надо иметь талант, чтобы потерять уважение и авторитет за столь короткий период. Безусловно, есть еще категории людей, которые поддерживают, надеются, но мы выбирали все, только бы не Порошенко, а получили Порошенко в квадрате. Поэтому все то, что так сейчас получилось, говорит о том, что, к сожалению, мы так и не избавились от внешнего управления. Все кадровые вопросы решались извне. Мы видим нелогично абсолютные действия тех людей, назначают на те или иные должности в Укрзалезнице, в Укрпоште, в Нафтогазе. Поголовно граждане иностранных государств. Все они получают зарплату из бюджета. Но эти деньги, эти предприятия не зарабатывают, они убыточные. Почему так происходит, что ключевые предприятия, которые всегда были бюджетообразующими, такие как Укрзалезница, стали убыточными? Потому что там люди правят, которые никакого отношения не имели никогда к железной дороге. Ну и самое страшное то, что они разбазаривают социальную инфраструктуру. А этого позволять нельзя. Ну окей, пане Андрій, у нас зараз знов-таки почалася якась передвиборча агітація. Ви про вибори двічі вже згадали, і вони, ну якщо це вона, то напевно, що це трохи дочасне. Я хочу уточнювання все ж таки, бо ви кажете один з одним говорити і так далі. Це ваша особисте, просто я не знаю, у вас на сайті абсолютно немає ніякої інформації про місцеві осередки. Сторінка у процесі там створення. Це ваша позиція, позиція пана Лесіка, або це спільна позиція Ігоря Райніна і Андрія Лесіка стосовно цього питання? Я за Ігоря Райніна, ви у нього можете спросити. Це позиція нашої політичної сили, в цілому ОПЗЖ. Це позиція всього ОПЗЖ. Один за всіх і всі за одного. Точка. А там приплітати мені там ще того, другого. Давайте ще що там у нас в Закарпатті обсудимо. Хто там що сказав і так далі. Та навіщо нам Закарпатті? Просто таке ж питання для харків'ян, напевно ж, цікаво. Озвучил. Все то, что сейчас происходит в отношении Виктора Медведчука, называется политическими репрессиями. Точка. Всю свою невиновность он докажет в судебном порядке. Вопрос только времени. Ведь меня судят сколько уже? Скоро 5 лет. Сегодня, кстати, юбилей.
18 мая перший раз несли дані в ЄРДР 16-го года. Внесли коли в ефірі вашого телеканалу. І результат нічого. Коли у вас фінальну крапку обіцяють поставити у вашій справі? Я от скажу вам так, що в середу буде допрашуватися останній свідетель зі сторони защити. Потім допросять мене, і ми виходимо на дебати. Но по моїм даним, прокуратура з целью затягивать процес заинтересована заявить ходатайство о том, что нужно провести эксперимент, каким образом я избивал группу работников СБУ, лежа в больнице под капельницей, с катетером, с которого лилась кровь. Так вот, все эти ходатайства мы заявляли еще на досудебном расследовании. Угу. Я надеюсь, что мы до мэрских выборов, до осени, закончим слушание моего дела. И я получу оправдательный приговор по всем статьям. Точка. Другой момент, что у нас то прокуроры приходят без полномочий, то назначается, к сожалению, судебное заседание в один день, когда сессии, и ты уходишь с сессии, а там в суде человек 200-250 националистов бегают в черной форме с целью, там, не знаю какого, давления на суд, на меня давить бесполезно. То есть у нас есть цель, и мы ее обязательно добьемся. Когда получим оправдательный приговор, мы по этой теме обязательно с вами выступим в эфире. Но предпосылки какие? В моем случае, у меня в моем деле, следователь и потерпевший — это один и тот же человек. Это нужно будет прописать, каким образом так можно делать. Как можно сделать с телефона 17-го года выпуска публикацию в 14-м году? Это что, какая-то машина времени изобретена? Как можно расследовать дело, не внося данные в ЕРДР? И там очень еще много чего. И как можно судить человека за репост гиперссылки, когда есть решение ЕСПЧ? Пане Андрію, вопросів дуже багато. А як кого збивали в больниці? Я перепрошую. Це вже окрема історія. Так, це зрозуміло. Я думаю, що всі, хто цікавляться, знайдуть ці деталі на вашій сторінці в Фейсбуці. Ви там все докладно достатньо викладаєте. Да, дякую за те, що сьогодні були гостем нашої програми. Дякую. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасти вам і до побачення.